Вот она, та самая остановка по улице Украинской. Остановился 16-й автобус, стоит прямо на трассе. Не знаю, либо это дорожные службы, либо это видео, которое я снимал ровно неделю назад. Но процесс пошел. Остановку начали разбирать. Брусчатку сняли, стекла сняли с остановки. И вот тут вот залили сваи, постелили, положили трубу, засыпят щебенкой. И будет остановка стоять как положено в глубине тротуара, где можно будет насколько это можно будет комфортнее стоять на этой остановке немножко поодаль от трассы. Поэтому интересно, то ли от видео это пошла, ну, видео дал толчок этой работе, чтобы перенести вот это безобразие, то ли действительно какие-то службы отвечают за это все. Просто жалко денег, которое было потрачено, чтобы восстановить, поставить эту остановку, потом туда вот ее перенести. Ну, ничего.